На этом шаге мы научимся рисовать радугу с помощью радиального градиента. Для начала нарисуем кружочек, так чтобы часть его была на холсте. И в заливке выберем радиальную заливку. На радиусе будем отмечать точки и соответствующие им цвета, согласно известному правилу. Самую крайнюю точку, самый крайний слой, нужно будет сделать прозрачным, для того, чтобы края радуги были размытые. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан и еще один фазан для обеспечения прозрачности. Центральный цвет белый был, мы его тоже сделаем совершенно прозрачным. И получим такую замечательную радугу, посмотрим, что у нас получилось.